танец для Кристины и Алексея ставил Слава Кулаев. И, честно говоря, я восхищен исполнением. Очень технично и современно. И, конечно, ну, балет – такой род искусства, в котором женщина идет на первых ролях, и это естественно. Но здесь и Алексей был очень заметен, а Кристина Кретова просто великолепно. Получилось исключительно здорово.